Нежданное золото вдвойне приятнее. Юные танцоры спортивного клуба «Арктика» привезли золотой кубок с чемпионата Архангельской области и первенство Северо-Запада по спортивным танцам «Беломорские ритмы». Отдыхать спортсменам не приходится. На носу не менее интересные испытания – ежегодный фестиваль «Арктик Дэнс». Они вместе уже 4 года. Не один километр прошли по паркету рука к руке. Оба пришли в спортивные танцы 5-летними малышами. Сегодня, в 10-летнем возрасте, они считаются перспективной парой. Это еще раз подтвердила блестящая победа на первенстве Северо-Запада «Беломорские ритмы». Пара Егора Примакина и Александры Сахаровой привезла из Архангельска кубок за венский вальс. И исходя из того, что уровень судейской коллегии был очень высоким, присутствовали судьи всероссийской высшей категории, дает нам понять, что пары наши выросли, мы смело их можем показывать в разных уголках России. Ненецкий округ – традиционный участник престижных соревнований, но эта победа была неожиданной. Никто не предполагал, что среди 80 пар северо-западного округа наринмарцы станут первыми. После сложной программы, куда вошли 8 танцев, победители бодры и веселы. С удовольствием рассматривают свой утолщенный паспорт – книжку танцора. После каждого соревнования в нее вносят баллы, которые определяют категорию и разряд спортсмена. Последняя запись вывела спортсменов на уровень С. Он приравнен к третьему юношескому разряду. Мы готовились даже где-то месяц или 2 месяца. Да. Много подготовок было. К нам приезжали очень много педагогов, чтобы научить нас очень красиво танцевать, чтобы не опозориться, как показать то, что мы умеем танцевать и очень красиво. Пара Михаила Зотова и Веры Кочеровой призового места не получила. Они стали 6-ми в своей возрастной группе. Были пары очень мощные, и с ними было тяжелее соревноваться, чем с другими парами. Возможность показать свое мастерство у юных ценителей спортивных танцев есть и в Наринмаре. 16 мая состоится ежегодный фестиваль танцев на паркете «Arctic Dance». Специально перед соревнованиями к ребятам приехал действующий танцор латиноамериканского направления из Архангельска. Трудолюбивость. Все. То есть даже если у тебя что-то не получается, нужно работать в зале, просто пахать, тренироваться, стресс получится на самом деле. А не все зависит от таланта, честно. «Arctic Dance» станет площадкой для выступления 3 городских танцевальных клубов, а также гостей из Мурманска и Москвы. Впервые соревнования пройдут на базе Дворца спорта «Норд». Праздник состоится 16 мая, начало в 17 часов. Валентина Чибичек, Сергей Качегов, телеканал «Север».